Проезжали сегодня мимо одного отеля, точнее вот этот отель называется КТМ. Он является одним из лучших, красивейших здесь на территории Батана. Здесь великолепная просто архитектура, вот, и замечательный выход на Сингапурский пролив. Через 20 километров видно Сингапур, но сейчас там легкая дымка, поэтому не видно. Но я сейчас вам постараюсь показать великолепный вид на Сингапурский пролив. Вот. И наведу камеру на Сингапур отсюда. Ребят, ну вот сейчас мы выходим, вы представляете, какой вид великолепный. Это мы сейчас на территории отеля подходим. Здесь вроде как смотровая площадочка получается. Как раз там закат. Вот, на закат его сейчас плохо видно, потому что облачность. Замечательная травка, как будто поле у гольфа. Мягкая-мягкая, то можно разуваться, просто для ног одно удовольствие. Помимо того, что домики есть наверху, вот такие вот домики прямо находятся на воде. Сейчас вода упала, вот, а так она обычно прямо близко под самыми ногами к перилам. Там дальше бассейн, бассейн, ресторан, вид отсюда великолепный. Это вид на Сингапурский пролив. Много различных островов, и вот если приглядеться, я вот вижу хорошо, хоть там и дымка, но если приглядеться внимательно через камеру, я не знаю, там видно будет или нет, Сингапур, самая, скажем так, ходовая вот эта вот его туристическая часть. Какие огромные дома, их отсюда видно, хоть и 20 километров, друзья, но видно просто великолепно. Здесь очень судоходное место. Жаль, конечно, что сейчас такая облачность, причем она очень низкая, кучевая, и солнышко не видно. Сансет сегодня не получилось заснять. Ну ладно. Это просто такое великолепие. Смотрите, вот это все вот эти кувшинки, как они называются? Кувшинки, да? Лотосы, да. Хотел сказать фибусы. А самое интересное, друзья, смотрите, сколько здесь рыбы. И она забита полностью, этот водоем забит рыбой. Ее здесь подкармливают. Там пузыри пускают, она прыгает за этими пузырями. Как красиво. Это просто словами не передать, насколько великолепно. Вот такая красотища. И люди приезжают сюда, приходят, просто подкармливают рыбок, отдыхают, наслаждаются. На Батаме, друзья, в Индонезии все предусмотрено для отдыха. И этот отдых дает сама природа. Но в то же время люди с заботой и любовью относятся к своему месту. Везде стоят лавочки, сделаны дорожки. Ребята, и самое интересное, что это озеро, оно просто вот нереально, оно все забито рыбой. Вот я сейчас смотрю, где бы ни проходил, но я не знаю, нет места там, чтобы рыбы просто это не было. Ее море. Какая красотища. А сколько кувшинок. Здесь же отдыхают, и можно и костерок пожечь. Ребят, еще раз панорамой прокажусь по этому озеру великолепному. Вот. И еще, смотрите, какое чудо. Здесь везде растет вот такой бамбук. Вы представляете? Самый настоящий. И вот тут море туда вот пройти, потому что это уже дикая природа, это джунгли. Ну это вообще просто, я не знаю, супер. Я люблю пальмы и люблю бамбук. Друзья, если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии свои. Задавайте любые вопросы по Индонезии, друзья. Добро пожаловать в рай. Всем пока.